Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, вы смотрите прохождение Demon's Souls. В последней серии мы убили, мы полностью зачистили мир 2, убили Флейма Луркера, который был, надо сказать, то еще костью в горле. Убили драконьего бога. Я опустошен, я сегодня убил столько сложных боссов, что натурально у меня уже и заторможенная реакция, и, короче, упадок сил. Я устал, но тем не менее я хочу, мне просто очень любопытно, я люблю снимать серии, когда мне интересно. Сегодня мне очень интересно, и сейчас я хочу изведать до конца Мир 2.2, потому что там был еще один лифт, который вел в ответвление этой локации. Нам нужно пойти вот сюда, и отсюда двигать дальше. У нас не так много, конечно, травы, поп-коп наш пристрастился к траве, Надо будет сходить на 4.2 и купить ее там. Или нафармить на 1.2. Ну, сейчас пока просто посмотрим. Так, ребята. Ребята, надо сказать, что-то посильнее, что ли, стали. Эй. Что ж ты делаешь-то? Так убить недолго. Так, подожди, а почему у меня жизнь не восполняется? Это нормально вообще, нет? А, точно, подожди, я же все правильно, все-все-все, хорошо. Так, кольцо огненной защиты нам больше не сильно понадобится. Нам нужно лучше восстановление ХП потихоньку. Вот эта вот вещь натурально полезная здесь. Так, ну раз пришел уж. Давай. Бой у нас такой, конечно, тормозной. Я все просто боюсь к той тележке подходить. Отлично. Шарпстоун выпадает в промышленных масштабах. Туда нам не нужно, там у нас спуск к флеймлуркеру быстрый. Отлично. Как попало. Ну, я ожидал чего-то такого, потому что я не, малоподвижный, медленный. Аккуратно. Шо? Так, а тут сейчас толстячок будет. И вот тут мне интересно, что же у нас здесь. Давай. Ты у нас уже не такая угроза, как и был раньше. В свое время натурально пугал. Его было не прошибить ничем. Так, тут мы пошли вон туда, в ту сторону. Там у нас были большие-большие проблемы. Сейчас мы пойдем сюда. Здесь, я думаю, проблем будет не меньше. Это все-таки игра такая. Вот уверен, сейчас что-нибудь плохое случится. О. Ну, это хорошо вообще-то по-своему. Так, подожди, а не был ли я тут? Что-то как-то это все странно. Твою... Так. Я же говорил, что-то плохое сейчас будет. Давай, ни шагу назад. С дубу рухнул, что ли, братюнь? Так не бывает. Если они меня в окружение возьмут, это все, сразу хана. Офигеть. У меня тоже сильный удар, ребятушки. Два сразу темных фантома, да вы издеваетесь. Да вроде пока что нормально, да? Опыт есть уже как бы. Чё творишь-то, дурак? Ой. 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 Минус один.
Красиво, молодца. Сюда. Ну, ок, сколько Драгонстоуна дали-то. Так, а что это такое вообще? Блин. Опять я что-то не могу взять. Ну что, что за жизнь такая? Так, кольцо силы Геркулеса. Блин, не оттуда опять. Так, хватит, нет? А, камешек. Камешек. Ну, камешки явно того не стоили. Ну да ладно. А там у нас, похоже, логово какое-то этих саламандр. Честно говоря, неохота на незнакомой территории вот так вот ломиться. За... Увидите, вот, потому что они падают. О, а я знаю, где мы. Нет? Нет, это не то место. Так, ну-ка, ну-ка, бегом, пока хоть парочку зацепить. Да, блин, ну что ж ты такой медленный, а? Давай, 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 уйдет, уйдет, нажимай. Ушла, да? Ладно, хоть одну поймали. Отлично. Так, и все, что ли, что тут есть? Вот наверняка, вот пока что самый проработанный мир, это был второй. Там была куча мест. Вернее, тут, куда можно пойти. Вот эти вот жуки, где водятся в туннеле. Блин, заговорился. Жуки в туннеле, где водятся. То есть, наверняка там еще что-нибудь хорошее есть. Говорят, что вот из этих жуков, которых не прошибешь, из них выпадает... Dragon Skill, то есть драконьи как раз таки шарды. Блин, камера бы, конечно, здесь была получше. Это было бы отлично. Второй части как-то я таких проблем вообще ни разу не испытывал. Ой, камней ты нахапал. Отлично. Так, давайте-ка мы тогда пойдем в другую сторону посмотрим. Но мне кажется, что там ничего нету особого. И в целом с этим уровнем покончено окончательно. Блин, ну прикольная локация, настолько проработанная. В принципе, я не могу сказать, какая локация мне тут нравится больше всего, они все очень крутые. И при этом я не могу сказать, что они мне нравятся больше, чем мир из Дарка, потому что в Дарке мир все-таки был гораздо более целостный. О, куда мы пришли? А здесь же, с другой стороны, большое разнообразие стиля. У каждой локации свой неповторимый стиль. Короче, кругом свои плюсы. И меня вот спрашивают постоянно. Я так и думал. Хорошо, будем знать. Это было очевидно, по идее. У каждой локации свои приколы. Ой, блин, да что я несу, я сегодня устал. У каждой игры свои приколы, у каждой по-своему своя красота. Я не могу сказать, что мне Dark нравится больше, чем Demon, или наоборот. Потому что они, по-моему, очень хорошо дополняют друг друга. Печально, что Demon's Souls есть только на PlayStation 3. Но, тем не менее, если есть возможность, я всячески советую вам в нее сыграть. Так, что, по-моему, пора возвращаться, нет? Мы сейчас выходим в те же места, где уже были. Прошайки. Ну да. Так, а эта сволочь тут, нет? Которая нас оставила умирать. А вон же он. Сейчас кто-то умрет. Ой, кто-то умрет сейчас. Так, но сначала... Ну что, дружок, ты меня и в дарке скинул в пропасть, и тут ты меня кинул.
Есть что сказать в свое оправдание? Это ты его убил, нет? Да, похоже на то. Парень, ты явно не пальцем деланный, да? Ты, как это сделал? Не волнуйся. Сокровище все твое. Ну ты же им показал, говорит, несмотря на то, что они такие сильные. Вот твое сокровище. Возьми его, возьми. Я думаю, он меня атаковать сейчас будет. Кольцо сопротивления огню. У меня же есть такое. Убить его, нет? Ага, он чувствует. Он не дает сзади подойти. Да, с копьеносцем может интересно получиться драка. Мне, честно говоря, плевать, что он вполне возможно мог быть нам полезен в будущем. Я просто хочу его убить. Да что ж ты, посмотри, а? Скорее всего, он меня еще и убьет. Офигеть. Ой-ой-ой, не то. Да, дружок, с тобой, я чувствую, будут проблемы, да? Какой у тебя щит-то большой. Кстати говоря, у тебя щит, восстанавливающий жизни потихоньку вроде как, нет? Печально. Можно сдуть ему выносливость, суки, дреньки. Да, блин, ты посмотри. Кто кому еще сдует? Что творит? Так, это, возможно, было не самым лучшим моим решением на сегодня. Ты скотина. Так, ты застрял? Ты посмотри, а. Яйца. Блин, ты... Какой же ты... За счет скорости он меня уделывает просто в сухую. Ты посмотри, видишь, что делает? Видишь? Очень неудобный для меня противник. Блин, да дай мне передых. Все, вроде завис. Он нас за счет скорости уделает, а мы его за счет силы будем уделывать. Ага, уделали. Уделал один такой. Да он себе уже все жизни восстановил. Короче, я его, похоже, не смогу победить, да? Да успокойся ты. Что ж ты такой... Шебутной-то парень. Нет, я не попаду по нему. Просто не попаду. Издевается надо мной, смотри. Так, ладно, так и запишем. Идея была плохая. Так, бей меня пока там. Блин, надо было копье взять. Скотина. Так. Как-то странно, я боком бегаю. У него гораздо лучше получается копьем драться. Да ты вообще уже запарил. Ну, наконец-то хоть что-то. Блин, какой щит большой. Он успевает восстановить себе всю стамину. Ой, жизни вернее. Да, елки-палки, сколько эти танцы будут продолжаться-то уже? Похоже, недолго. О, блин, какой ты душный, а.
Я не хочу уходить, я не хочу его оставлять после того, что он понаделал. Но, похоже, исход тут будет один. Молодца. Я не знаю, чем тебя бить. Ну, давай, ну. Блин, я не пойму, что, щит ему никак не столкнуть, что ли? Отца. Вот так вот только мы его и выиграем, похоже. Давай. Давай, атакуй его. Атакуй его сзади полностью. Полностью атакуй. Давай. Блин, ты посмотри. Не получилось. Давай, давай. Молодца. Ой, какой ты молодец. Фу, блин, а в честном бою я его не победил бы. Ну, как говорится. Не мытье, так катанье. Драгонстоун получили, жучка. Кольцо вора. Кольцо вора у меня тоже есть. Так, все, возвращаемся. Хотя, подожди. Меня просили показать, как я качаюсь. Ну, я не буду показывать, как я качаюсь, а вот как я добываю, скажем, Драгонстоун. Хотя, я думаю, не получится, да? Или успею, пока ты улетишь. Так, хорошо. Только с вас ничего не упадает особо. Так, тут я еще не был. Ну там ниже я... Ниже уже не пойду. Ладно, все, нафиг, пошли отсюда. О, смотри. А, но тогда мне придется снизу все обходить. Ладно, нет, нафиг. Короче говоря, пошли с этой локации. Тебя только тронем. Так, хорошо. Какие живучие. Ну, помогли мне, помогли. Что-то я не сказал бы, что прям с каждого упадает Драгонстоун. Ну, в принципе, лут неплохой. Ладно, все, все, хватит уже испытывать судьбу. Погнали. По-моему, вполне удачно сходили. Конечно, если бы не этот жучок, мы этого копьеносца бы ни за что не победили. Гиену эту. Просто не хватило бы скорости. Такая правильная или нет? Два, я думаю, нам все еще рано суваться, потому что нас там просто разберут. Вы, кстати, мне говорили, что там есть лук, то есть слева от того места, где там смерть, есть иллюзорная стена, ее разрушаешь, и там проход, ведущий к мощному врагу, который, кстати, убивает меня с одного удара. И у него, мол, самый лучший в игре лук. Так вот, лука у него не было. Не знаю, то ли это баг, то ли это я недостоин, но в итоге... Лук мне не достался. Мне дали какую-то душу от него, и больше там ничего не лежит. Я туда вообще не очень хочу ходить, потому что в 9 из 10 случаев, когда я туда захожу, я умираю, несмотря на то, что стоял в блоке. Он прошибает и блок, и меня. И все, короче говоря. Так, сейчас мы... пойдем в мир 2.1 и посмотрим, что мы сможем сделать с нашим оружием, со всеми этими камнями, которые мы собрали. Сейчас мы возьмем Dragon Sword. Ну, эта миссия, короче, после тех экшеновых миссий будет такая достаточно рутинная. Понахватаем сейчас оружие, это сейчас камешки сложим и сходим посмотрим. Так, камешки держи. Смотри, сколько набрал всего, офигеть.
Так, Dragon Bone Smasher. Это, конечно, офигенно, но, блин. Урон у него, конечно, вообще дичайший. Но скорость... Скорость просто убивает. Так, что мы берем? Отсюда мы берем Longsword. Отсюда мы ничего не берем. Отсюда мы тоже ничего не берем. Вот это можно. Нет, это в принципе не надо. И Хальберт. Так, ну все, вроде нормально. Пойдемте посмотрим, что у нас получится прокачать. А, такие вещи обычно проходят за кадром. И, как я понимаю, это многим интересно. Ну что ж, покажем. Как тут вообще улучшается оружие? Куда я хожу постоянно улучшать свой мечик? Кстати говоря, у меня сейчас не хватит ли для улучшения моего бастарда до плюс 7? Очень бы хотелось знать. У нас продавец. Так. Починить. Пока ничего не будем чинить. Dragonlord Sword мы можем уже прокачать до плюс 2. Это будет соточка. А соточка при его скорости это будет даже получше, чем 150 на моем нынешнем мече. Давайте посмотрим, что еще есть. Можно превратить его с помощью лунного камня в лунный Bastard Sword. Упадет скорость. Но при этом... Нет, это не наш вариант. Ничего, хорошо. Так, копье. Копье с помощью Бладстоуна можно превратить. Лично. Что это нам дает? Вроде как проникающий удар, да? Этих камней у нас дофигища, давайте, почему бы нет? Хорошо. А тут уже нужно Бладстоун. А, чанков Бладстоун, у меня их нету, я их еще ни разу не находил. Так, для Хальберта нужен Хардстоун, его можно купить. Вот это я сейчас с этим и займусь. Так, а на лук что? В принципе, давайте лук маленько улучшим. Угу. Короче, нам нужно еще два сюда Хардстоуна. И сюда еще 4. Шесть хардстоунов еще нужно. И в принципе посмотрим, с чем мы дальше будем бегать. Мне кажется, с Dragon Sword надо дальше бегать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть же надо или 8? Блин, я все уставший уже. Давайте 8 тут. Лишним явно не будет. Так, давай, улучшай. Шо? И сюда. 124, нехилый урон. Так, ну понятно. Давайте, короче, Dragon Sword свой улучшим чуть-чуть. И попробуем побегать с ним. Потому что он мне, в принципе, нравится. Но именно его урон меня расстраивает. Сейчас зайдем в Nexus. Сложим все, кроме Bastard и кроме Dragon Sword, чтобы не отягощало в наши карманы. Да, пойдем. Я даже не знаю, куда пойдем. Попробуем сходить в 1.3, посмотрим, может там у нас достаточно просто все. Хотя мне кажется, что там самая сложная локация будет. Посмотрим. Так. Вот это уберем, это уберем, это уберем. Шо. Давайте попробуем 1.3.
И, в принципе, я не знаю, сколько там у нас времени-то сейчас. Опять время уже, блин, офигеть сколько. Сейчас мы там маленько поиграем, да будем заканчивать на сегодня уже. Сегодня день у нас продуктивный. Ну, для вас это вчера было, но за сегодня я победил и людоедов, и флеймлуркера, и драконьего бога за один день. Это круто, офигеть. Фу, так. Ну и серии до четверга записал. Теперь можно отдохнуть маленько, Макс Пейн поиграть, который вышел. Стимовская версия — это кошмар какой-то. Столько проблем. Ну, не у всех, конечно. Но я их испытал в полной мере. Три разные ошибки, прежде чем смог игру запустить. Так, ну что это? Этот туман? Или меня сюда не пускают пока? Да, пускают. Опять ты. Милости просим, говорит. Ох, какой отвратительный демон. Как тряпичный какой-то, да? Давайте посмотрим. Первая локация мне очень нравится своим таким суровым средневековым стилем. Почему-то мне кажется, что здесь все будет достаточно сложно. Опасайся быть невнимательным спереди. Я корял, конечно, перевел. Так, как ты погиб? О. Его кто-то очень быстро заубивал. Собаки. Сейчас выпрыгнут собаки, я понимаю, да? А вон уже выбрались. Отлично. Хорошо. Так, только... Я хочу домой. Блин, мне тоже страшно. Офигеть, что тут творилось? Ты столько народу порвали. Это похоже, когда только все началось и все начали сходить с ума. Просто кошмар какой-то. Эйтмонграсс, отлично. Закрыто. Я так и знал, что тут нет ничего. Поэтому сюда первым делом пошел. Так, сейчас мы дойдем до лестницы, и они сзади все выберутся, да? Лестница спереди. Да ты что? Где-то шаги. Ой. Вы там офигели, что ли? Так. Собак не убило? Ну и ладно, хорошо. Щит раба. Явно не поп-копу. Так, как ты умер? Умерла. Что-то нехорошее с ней случилось, я не понял, что. Плевать, честно говоря. Ой, ёлки-палки, блин, я вас не заметил. Он еще кричать в состоянии был, когда на него такая дура упала. Так, интересно.
Тут, я так понимаю, я не пройду, да? Ничего, сына. Ты у меня еще получишь. Так, ну я подозреваю, что нам нужно куда-то сюда. Ой, блин. Нехило. О, так. Я тут, похоже, не по уровню, да? Хотя нежить можно. С трудом, конечно. Да, твою дивизию. Да хватит пинаться. Спокойно, братюнь, спокойно. Без нервов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну давай, давай. Все забываешь, что у меня меч очень быстрый. В принципе, жить можно. Но нужно сюда с травой приходить. Как бы пошло это ни звучало. Понятно, не вариант. Но, по крайней мере, тут их по одному сдерживать можно. Ох, как тебе нравится, а? Нравится? Хорошо, еще растение. Вот чем первый мир хорош, то что в нем постоянно выпадают личинки. В каком-то смысле? Что значит? Или что-то отсюда видать? А, он если его только. Во! Так, ну и спускаюсь я туда, пробегаю, и что дальше? Давайте пока сюда сходим. Офигеть. Вот тебя только не хватало, ассасин. Блин, прикольные враги. Обожаю с человекоподобными драться. С ними интереснее всего. New Moon Grass. Блин, сколько травы дают хорошие. А тебя, похоже, убили, да? Это опять та же самая девица, похоже. Спрятанный путь рядом. Ага, понятно, вон оно что. Так, а тут? Интересно. Так, давайте тогда мы сделаем вот следующим образом. О, сейчас мы поднимемся обратно. Забежим. Так, сюда. Ой, блин, да куда ты? Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, давайте хотя бы это возьмем. Душа. Давайте по новой сбегаем туда. Блин, что-то у меня координация какая-то хреновая. Ну, давай прыгай. А, трава просто. Оно того не стоило явно. Миллиметражи такие.
Ну и чё? Так, подожди. Попадаешь? Блин, попадает. Ой, так, ладно. Не хотите, как хотите. Да. Я был готов к этому. Да, блин, что ж ты прицел-то снимаешь? Хорош. Отлично. В принципе, неплохо так. Идем по этой локации. Спокойно. Спокойно, без нервов. Нравится? Добрый день. Раз я начинаю понтоваться, значит меня сейчас убьют. Вот увидите, смотрите. Стандартная такая проблема. Фу, так. О-о-о. Хорошо, он кого-то своего пришибло. Фланберг еще один. Нравится? Шо есть? Так, здесь у нас лучник был. Куча всяких секретных вот таких обходов. Это мне просто, блин, доставляет местные локации. Вот. Ты посмотри на мою чуйку, да? Я как знал, что что-то будет. Посмотрел наверх. Хороший меч. На этой локации он решает. Он оттуда спрыгнул, похоже. Так, и я слышу скелета поблизости. Ой, скелета, говорю. Рыцаря. Печально. Вон он. Ай, блин. Что ж ты не целишься в них? Так, все, согрелся. Да, твою дивизию. Это может быть опасно. Он будет выходить вообще, нет? Тут я сколько угодно вас задержать смогу. Ах, блин, если бы не стрелы еще. Спокойно. Эй. Так, дружок. Становится все интереснее и интересней. Лечись. Молодца. Ты предсказуем. Отлично. Так, что дальше? Там еще кто-нибудь есть, нет, внутри? Потому что до вас я что-то не дотягиваюсь, честно говоря. Ну да.
Я еще живой. Как неудивительно при такой плохой игре. Ой. Так, что-то мне это не нравится. Я вообще сюда зашел просто на локацию посмотреть. Неужели я сейчас все пройду с одного прихода? Заход, вернее, приход это маленько другое. Поп-коп, похоже, от травы уже словечки характерные такие появляются. О, продавец. Снова встретились. Фантастика. Надеюсь, ты найдешь то, что тебе нужно. Так, ты продаешь кучу хорошей травы. Длинный меч, короткое копье. Бродсворд, клеймор, рыцарский меч. Рыцарский щит. Ничего нужного. Так, будем решать. Ой-ой-ой-ой-ой. Очередной раз хотел выпендриться, очередной раз вышел боком. Ой, тут еще и сверху. Да, блин. Ой, блин, как... Когда же я научусь целиться нормально? Фу, более-менее. Чё дальше-то вообще? Ну, вот это печально, конечно. Блин, что ж ты не наводишься-то на них? Оно, в смысле, вообще не будет падать по ним? Печально. Что это мне даст? Ладно, с тобой я попозже разберусь. Так, ну мне, я так понимаю, великий меч, отлично. Мне, я так понимаю, сюда пересечем и к ним. Так, а там что? Куда можно спрыгнуть, похоже? Это же тот рыцарь из Dark Souls. Ой-ой-ой-ой. Вот он меня сейчас разберет. Мне есть чем тебе ответить. Сынуля. Давай. Трава, ладно, живем потихоньку. Все сложнее и сложнее становится, но в целом пока же справляемся. Кто думает, что легко поиграть? У нас один товарищ уже после того, как я начал прохождение, говорит, ту, легкая игра. Сел сам и просто натурально. С одной стороны, конечно, ему понравилось, он засел. С другой стороны, блин, натурально кровавыми слезами плачет. Игрушка сложная. Очень сложная. Ты посмотри, а. Да не то я хотел сделать. Ну да. Так, ну ладно, как раз уже серию пора было заканчивать. Я просто все дальше и дальше двигался. Это ненормально было, по-моему. Так, ну будем в следующей серии пробираться. Мне понравилось. Прикольная локация. И здесь можно нормально жить.
То есть это не как 4-2, где тебя просто разбирают до невозможности, просто обидно. А тут натурально можно выживать. Так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.